Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект синонового света от компании Xiaomi. Поставляется вот такой вот коробке. Модель у нас идет InfoLight Pro, Xiaomi Light Pro Slim. На цоколе H4, температура свечения 4300 кельвинов. Big Xenon, то есть лампа идет ближнего дальнего света. Комплект у нас идет Big Xenon. В комплекте у нас идет оригинальный гарантийный талон. Провода подключения вместе с реле и предохранителем. Предохранитель идет на 30 ампер. Вот так выглядят. Две лампы ближнего дальнего света на цоколе H4. Вот такой вот вид ламп. Ну, также идет два блока розжига вместе с двухсторонним скотчем для закрепления их под капотным пространством. Блоки идут типа АЦ, герметично заклеены, пылевлагозащищенные. Они идут Slim, то есть небольшого размера. Мощность 35 Вт, напряжение 12 Вольт. Один и второй абсолютно идентичны, подключаются с помощью вот таких вот коннекторов. Сейчас мы подключение все сделаем, покажем, как это правильно сделать. Так, берем основную проводку. У нас есть два разъема. Два разъема широких, вот желтой резинкой. Также есть возле каждого разъема по проводу минусу и также вот такому двухконтактному проводу питания. Так, подключаем сначала блоки розжига. Один, второй. Теперь нам понадобятся лампы. Так, одна лампа подключается. Маленький двухконтактный разъем. Один, и здесь уже от самого блока папа-мама. Один разъем, второй разъем. Есть. Второй абсолютно идентичный. Нужно провести то же самое. Так, берем двухконтактный разъем, подключаем. Раз и два разъема от блока розжига. Раз. И два. Так, здесь у нас все подключено уже. Единственное, надо подключить все на питание 12 вольт. Так, берем минусовые провода, подключаем на минус. Раз. И также один плюсовой провод с предохранителем. Его также подключаем, но только на плюс. Единственное, что осталось подключить, это вилку. Сейчас мы выключим свет для того, чтобы было лучше видно. Так, ну, подключаем. Лампы зажигаются, переключатели работают. Вот так это все выглядит. При разогреве температура 4300 будет, то есть лампы будут желтым оттенком. Обязательно при покупке и после установки данного комплекта в автомобиль нужно будет обязательно откалибровать фары для того, чтобы не слепить встречных автомобилей. Также при покупке на комплект распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.